Смотрится, кого мы выковырили с нового колеса. Обалдеть. Мы его хотели на таком колесе достать, когда стояла машина. Мы его вдвоем не смогли выдрать. Они его здесь еле выкрутили. Новое колесо. Сейчас вот на шиномонтаже стоим. Он, Михаил Владимирович. Расскажи, как ты такое... Где ты его нашел? Там же, где, как и ты нашел. Ты где-то на Урале нашел, а я вот где-то не знаю, где нашел. И все на новые колеса. Все в новые колеса. Ну, я на Урале выстрелил, а твое еще успели спасти. Ай. Короче, 12 мая, вечер уже. Уже 7 вечера. Мы еще все никак не соберемся. Вот Михаил Владимирович загрузился. Что загрузил-то? Ламинат повезешь в Армению. Ламинат? Ламинат. Да я 20,5 смотрю, да? Да. Нормально. Ты, говоришь, нет. Машину помыл, да? Ё-моё, я и не видел. Нифига, кто это так меня пометил? Свежачком. Свежачком. К деньгам. Это, наверное, только что. Конечно. Потому что я когда отъезжал от дома, еще такого не было. Обалдеть. Пролетало. Если кто ужинал, обедал или завтракал, извините, никаких претензий. Это он. Да. Ай, короче, мы сейчас делаем колесо. Потом ужин и поедем. У нас промзона Калядичи в Минске. Заехали, что ну с таким дураком ехать страшно. В любой момент. Ну, еще пустому, ладно. Мы когда вот в Уручье встречались, мы его не смогли достать. Но пустому, ладно. А больше шиномонтажей по дороге не было. Ну, слава богу, до Минска доехали. А этот в любой момент. Сейчас заделают. Там он пробить не пробил насквозь, но он был близок к этому. Короче, вот. Делаем. Во сколько мы сегодня куда поедем, неизвестно. Ну, мы на обычном месте своем. Восемь сантиметров. Что? Этот дурак, который сидел, я сейчас дома линейкой померил. Домой его забрал? Да, не, выбросил, зачем он мне дома? 8 сантиметров. Да нафиг они нужны. Давай путевку. И чемодан мой тоже дай. Может там паспорт какой надо будет, еще что-нибудь. На всякий случай. В руках принесу потом. Поедем. Это 8 сантиметров просто осталось. Да, еще что осталось. Обалдеть, как оно не выстрелило, не понимаю. Вот наши многострадальные колесики. Я думаю, что все закончится после того, как мы мост вернем на круги своя. Вернем мост, сделаем, поставим новую резину и все закончится. Покрасим палетник, надо купить краски, подкрасить. Сейчас поедем доктора проходить. Новая путевка у нас. Печати врача поедем ставить. В общем, мы сегодня в ночь. Михаил Владимирович, он когда в Пензе садится, он потом за руль раньше Рязани не попадает. Едет, отдыхает. А здесь сейчас опять всю ночь нужно будет поливать. Кто? Поехали. Кто будет поливать? Ты. Николаевич? Ну, я же говорю, что разница какая. Ладно, все, поехали. Какая разница? Никакой. Ну как какая? Ну, ты в Пензе садишься и все, и спишь до Москвы. А ты меня не даешь? Не даешь? Нет. А ты мне тоже сейчас не дашь? Я подумал. Я-то ему не даю, а он меня сразу за руль гонит. У меня, кстати, время рабочее еще есть, я могу поработать. Работник. Ладно, разберемся. Красавчик.
столица нашей родины. Месяц пролетел как один день. Может, даже и быстрее. Время, знаете, сколько? О! Что-то с любителем поработать по ночам. Не, мы не любим работать по ночам. Это будет первое. Ну и, возможно, больше по ночам мы ездить не будем. Что там у нас? Облава полицейская. Операция «Нюх-нюх» вечерняя. Не, так, что-то они там кучкуются. Вот, да, все, вот сколько, во сколько мы поехали. Пока поехали этого врача пройти, господи, там делов на 1 рубль 7 копеек белорусскими. Надо приехать, забрать бумажки, поехать оплатить в кассу. А время уже было позднее, банки не работают. Только на вокзале один там какой-то ларек тут. Девку еле уговорили. Оплатили, приехали назад, прошли эти, продышались. Потом пока маленькую загнали, поужинали, вот пришли к машине, разложились. Ну и вот, пожалуйста, время почти 12 часов. Время почти 12 часов ночи. Ну что, какой у нас план? Владимир, у тебя какой план? Спать ложиться? Сказал спать, сейчас лягу. Я отработал. Сейчас мы едем на Красное. Будем заходить через Красное. У нас больше заправка. Красная Горка, да. Мы там полные баки заправим. А потом на Москву мы не пойдем. Пойдем мы на Брянск, Орел, потом пойдем, куда мы пойдем? На Курск. На Курск, да. С Курска Михаил Владимирович отправим домой автобусом. Завтра, уже через 10 минут, то завтра настанет. 13 мая. В Воронеже в 5 часов автобус отходит, да? А с Курска в 9 вечера. Воронеж мы можем не успеть. Этот же автобус, он идет с Воронежа в час ночи. Ну, он в час ночи будет в Воронеж. Ну, плюс нам. Едет в телефоне, сидит. Людей везет. Виляет по полосам. Это самое. Мы не успеваем, там куча дел нам нужно. Опять шиномонтаж посещать. Но это об этом позже. Вот, а вот на 9 часов на Курск мы как раз должны Курск успеть. Ну и плюс я хочу там товарищу заскочить, к Сашке, к корешу. Вот в старом Осколе. Заехать в гости. И оттуда уже потом. Я уже как-то ездил там. Козьими тропами там какими-то выберемся на М4. Но это потом. Сейчас первая задача. На Красную Горку едем. Загружено у нас не 22, 20 с половиной. Что уже легче. 20 с половиной легче тащить, чем 22. Конечно. Логично прикинуть. Естественно. Все, Минск, до свидания. Надеюсь, мы уже скоро вернемся. Может быть, на Европу поедем. Еще раз проясню ситуацию по прицепу. Сказали нам заезжать не раньше 18 числа. На ремонт. Сервис Кёгель. Ну а где нам сейчас болтаться? Он работает с загрузками. В выходные с Беларуси было тяжело, ну вот на Армению нормальных денег дали. Ну что, поедем на этих колесах в
возможно, одно купим какое-нибудь бушное в Брянске. Сотрем их уже в ноль, и там уже потом однозначно после сервиса век воли не видать, все наши беды колесные закончатся. Да, Михаил Владимирович? Да, я очень на это надеюсь. Потому что все вот эти смены наши, конечно, были тяжелые в этом плане, переживать, что в самый неудачный момент где-нибудь что-нибудь произойдет. Да, и тем более почему-то стреляют не то, что надо. Выстрелила лысая, эту беды бы не было, как вот у меня на Урале. Выстрелило новое колесо. Что-то коллега сломался. Что он перекошен, это на маленькой. Делает, наверное, колесики. Пять колесики. По-моему, он их потерял. Что-нибудь может быть и такое. Все, сейчас выходим на Минку, на М1 и погнали в сторону Красной Горки. Через 6 минут будет уже, наступит 13 мая. Что, Лё? О, подожди, без фанатизма. Вот дает в 2 часа ночи. Но ее полностью не надо наливать. Она чуть-чуть протекает, потом крышка. Хорошая. Еще пару качков. Хорош. Опа. Мы за водяными запасами заехали. Правда, все спят, темень, нифига не видно. Разбудил Михаил Владимирович, он уже спал. Что за остановка? У меня, господа, уже второй раз за ночь. Первый раз за кофе разбудил. И повыше я буду иметь. Давай! О, родниковая. Чистенькая. А потом в этой кавказской добавим. Давай. Круж. Опа. И еще одну. А вон уже, блядь, стоит. Уже моргают. Моргают. Короче, ехали. Нам тут все по рации говорили, что впереди какая-то жесть. И походу это жесть. 11 километров колейка. Возникает один единственный такой вопрос. С какого ляда она здесь такая? Вон уже впереди мигалки. Да, вон все. Обалдеть! Вот мы до короны даже не доехали. Вот такого я не припомню. Время 20 минут 4. Нифига себе. Надо было на понятовку ехать. Или что это? На аварийках стоит. А что, там нет никого? Да, не вижу. Колейка? Колейка? Конечно. Сейчас развернут этого товарища. Пускай едет. Сейчас аварийки нафиг. Нифига себе. Вот это мы приехали. Интересно, за сколько мы ее пройдем? Как вы думаете, Михаил Владимирович? Чтобы за 5 справимся? Не знаю. Хотелось бы за 2. Да, за 2. Шутник. Вот и сделать шашлык из этого невеста, не забудь пригласить. Да? Все, вон колея. Что там, выезжают, объезжают. Вот этот поворот. С
скажу я вам, очень такой интересный. И крайне неожиданный. Я сколько езжу-то с такой колейки ни разу не становился. Даже в самые худшие времена, когда таможня была. Я сколько езжу в такие колейки не попадал. Сколько работаю. Я так далеко не становился. От Фортуны я становился. Было. Ну чтоб отсюда. Короче, смотрим. 3.19. Во сколько мы отсюда уедем? Вот полтора часа. Вот там вдалеке, если вам видно, километра два еще. Там уже белорусская, ну, типа граница. Ну, двигаемся, двигаемся, не стоим. Постоим, постоим, проедем, постоим, проедем. Кто-то вон на обочину посъезжал, кто-то в кармашек. Кто-то спать лег, как Михаил Владимирович. Отдыхает. Ну, а мы пока вот толкаемся. Что за хрень? Это в связи с этими праздниками, что такими длинными были? Ну, тут единственное, что хорошо, вот не знаю, видно, не видно, но там гайцы стоят. Сзади гайцы стоят. Там тоже сигнал, ну, на мигалках. И курсирует машинка, как бы тут особо левым пасом сильно много народу не ездит. Желающих объехать колейку не очень много. Они находятся, но их не очень много. Вот везде фонарики горят. Все стоят, никто не ездит. Ой, то есть никто не спит в этой колейке. Да, весело. Видите, уже 5 утра. Уже светло, хорошо. У нас тут другая фишка. Что-то холодильник выключился. Я стал выдвигать. Все, взял, погас. Не знаю, там, может, какой проводочек где-то скачил или предохранитель. Просто погас и все, и не включается. Сейчас надо, пока Михаил Владимирович спит, сейчас откручу здесь. Так, закрыто. Короче, здесь надо открутить болтик один сбоку. И залез предохранитель, я уже посмотрел какой. Сначала глянул предохранитель, потом он проснется. Если предохранитель целый, если он когда проснется, ну, выдвинем холодильник, поднимем спальник. Посмотрим, чего он тут близко из того не все погас. Вот это, конечно, очень неприятно, если холодильник крякнет. Лето идет, жара. Что-то все как-то не то. Вот она, проблема. Провод оторвался от фишки. Сейчас фишку отсоединим. Провод смотаем. Заизолируем. И должно быть все в ажуре. Чтобы предохранитель залез целый, вот выдвинули, и вот такая вот. Ну, ох, итальянца остановили даже. Вот да, последнего белорусского оплота, белорусских транспортников, мы ехали 3 часа. Сейчас 6.20 утра. Отсюда 1.5 часа. Мы тут химичим фишку. Подручными средствами, какие есть. Так соединить провода не получилось. Вот разобрали фишку, сейчас вот собираем. Заняться нечем в колейке.
Вот, ну думаю, сейчас уже, по идее, дело близится к финалу, потому что все потом заработало. Халадзе, что дается гарантия, что это заработает? Работать будет. Да, ну ладно. Надеюсь, что долго. Хорошо. С помощью подручных средств Михаил Владимирович починил холодильник. Две скрепки. Ножик. Ножницы. Типа. Пассатижи. Ну и иголка тоже пригодилась. Ну еще с помощью такой-то матери. Кстати. Все, хватит. Бульбашский можно убирать. Бабло тратить. Вешаем автодор. Все в автодор? Как говорил Остап Бендер. Ну что? Оп! Все, арбайтен. Все заработало. Не успел, это у нас тут еще все растаять полностью. Видите, что у нас тут делается? Вода. Запасов на 2 недели. Все. Сейчас будем наводить марафет. Но мы уже чуть-чуть нам осталось. И будет Стелла граница. Эврика. Вот она, причина задержки. Вот это молодое. Вот здесь должно 3 стоять. Стоит один. Таможенника. Вот так вот проверять. Итого подводим неутешительные итоги нашего ночного мракобесия. 6 часов 10 минут. Все это дело заняло. 9:29. Да. Все планы, которые у нас были, накрылись тазом, причем не медным. Сейчас будем корректировать, наверное. Кстати, вот эта вот стоянка на луку, или она бесплатная? Я знаю. Вот все спят. Все после этой ночи все спят. Ну, на заправку мы сейчас... Пункт, следующий пункт остановки — заправка, а там потом по ходу придется вносить коррективы. Михаил Владимирович хотел с Курска уехать. Курск мы уже до 9 вечера не успеваем по ходу. Возможно, высадим его сейчас в Смоленске. Дозволыш грузинские надо где-то еще получить. Сначала думали, может, это в Ростов успеть. Но тут уже не то, что в Ростов. Тут уже... Ну, до выходных я имею в виду. Походу, поедем забирать дозвол грузинские в Смоленск тоже. В Осмап. Я гарантирую безопасность ваших инвестиций. Вот так. Очуметь. 6 часов 10 минут. Еще так долго я границу Красной Горки не проходил ни разу. Антирекорд поставлен. В принципе-то вроде все быстро вот так. Он раз-раз от одной машинки к другой, да. Ну просто из-за такого количества машин. Из-за такого количества машин сами видели, что получилось. Что ж, рабочий момент. Что делать, да, Михаил Владимирович? Чего тут расстраиваться, да, господи. Сейчас бы уже к орлу подъезжали. Уже бы, да. Ну, подъедем, но не сейчас.
заправляться. Зальем полные баки. Если бы не эта заправка, в принципе, могли бы, конечно, и махануть на понятовку, но нам на петроле здесь полные баки. По нашей карте обязательно надо заправить. Плюс от Blue. В общем, заезд обязателен. Крутить круголей на понятовку сюда тоже не вариант. Чем мы сейчас? Еще часа два будем, наверное, на заправке стоять. Пока вся гердека разъедется. Или не будем. Ну не, колейки на заезд нету. Уже хорошо. Здесь в субботу, воскресенье будет катастрофа. А нет, свободно. В этот раз повезло. Вся гертек еще на Москву ест. Ну и хорошо. Хат тут фарт. Сворачиваемся. И поедем помповаться. От Blue уже по 26. Ну там по этой карте нам еще какая-то скидка. Там 5 канистр есть, еще 4 в запас. Ну и полный бачок. Эй, мои перчатки навороченные. Кожаные. О. Дядя Миша идет. Кофе несет. Вкусный? Меняем традиции. Теперь не капучино, теперь латте. Ну ладно. А что, нет капучино? Больших нет, маленьких вот это. Ну ладно. На халяву можно и латте. Конечно. Халяву и уксус латте. Это да. Все, канистры полные. Все. Холодильник говорит, надо ехать направо. Короче, едем мы в Асмап. Сейчас здесь в Смоленске забирать грузинские дозволы. И все, и сказал, все, бросаю, говорит, уезжаю. Надоел ты мне от самого Минска. Невозможно, говорит, ехать. Всю ночь голову дурит. Ромашка кричит, надо прямо ехать. Навигатор Михаил Владимирович говорит, что считает на 500 метров ближе, елки-палки, а поведет через какой-то там дачный массив. Короче, 4 тонны на 8. Ладно, поехали. А, там через сколько-то километров? А, ближайшие 8 километров, 4 тонны на 8. С нами тоже там кто-то увязался. Песок не было здесь. Да будет нам двадцатка. Короче, на 500 метров. Не на 500, на 6 километров сюда и дальше. Control, feel it in my bones, I'm coming for you.
never kissed the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane. It's your mistake. I'm coming for the throne. Тренировка перед Грузией с Арменией. Сейчас мы на 10% подъем полезем на улицу Лавочкина. Мы уже в самом Смоленске. Вспомнил, был я здесь. Тут когда-то раньше таможня была на этой Лавочкина. Ты че? Пропускай. А я-то думал. Заезжали не с этой стороны, что-то знаешь, что мы тут покрутили туда по городу, но мы ночью, правда, заезжали, я точно помню, что ночью. Хорошая гора, да, снежок прошел, все, и все. Берешь 11-й троллейбус, погнал. В этот, в Осман, да? Да. Я бы зимой здесь не рискнул. Да. Я лучше на общественном транспорте доехал бы. Гора знатная. Вопросов нет. Тренировка перед горами. Мы же даже УАЗик вон дымим. Все дымят. И не УАЗик, боже. Был я тут утром,
если мне память не изменяет, тут раньше была там, что вот один раз я в Смоленске растамаживался, именно в самом Смоленске. Она там и есть, где Смол. Вот, значит, там, а тогда была там еще и зона таможенного контроля. Но это было давно, очень давно. Военная академия, войско, противовоздушная защита. Ракетчики. Все гангстеры спят, остались только мы на растерзании. Парочка простых и молодых ребят. Потеряют контроль. Руку ниже бедра, он как стол. Смотрит щелочку шторма отряд. Остались только мы на растерзании. Кто? Парочка простых и молодых ребят. Летел Михаил Владимирович на вокзал. Что по времени? 20 минут до отхода автобуса. Он должен успеть. Ну, мы берем чемодан и пошли вон в то зелененькое здание, в ОСМАП, за дозволами.